Всем привет, друзья! С вами снова Кот, и это очередное видео по прохождению сценариев в игре Arma 3. Данный сценарий называется «Турецкий презент», автор — Антивирус. Давайте посмотрим. Моряк, говорит моряк 1Б, позиции готовы начинать операцию. Как слышите, прием? Моряк 1Б, говорит моряк, вас понял. Ваша задача – доставить подводную лодку к нам на передовой центр. Но до подводной лодки надо еще добраться. По спутнику видно, что выход в открытое море с этой базы закрыт гидроворотами. Вы должны открыть эти гидроворота. Управление воротами находится в командной вышке на берегу. А также видно радиовышку, которая обеспечивает связь базы с командованием. Вы должны уничтожить ее. Это ваша первая цель. Как слышите, прием. Моряк. Моряк 1Б, вас понял, начинаем операцию. Конец связи. Итак, бойцы, у нас целый ряд задач, которые мы должны выступаем. Ну что, выдвигаемся. Пока вроде чисто. Моряк, говорит моряк 1Б. Наблюдаем пехоту противника на базе. Как слышите, прием. Моряк 1Б, говорит моряк. Вас понял. Ведение огня разрешается, но помните, враг берет вас численностью. Конец связи. Понятно. Так. Не стрелять. И пойдем мы где-то здесь. Чтобы меньше народу нас видело. Эти пускай тут постоят. Я там один попробую справиться. Вражеский солдат, 100 метров вперед. Вижу вражеского стрелка, 100 метров вперед. Да пусть они там пробегают. Сейчас разберемся. Да неужели? Вижу цель. Пикап, 100 метров вперед. Где он там засел? Вот это опасно. Вот так вот. Одной проблемой меньше. Минус. Жалко, трубы нету. Я бы его сейчас выбил. Пикап, 100 метров вправо. Вот эту вышку надо уничтожить. Да
Да пока что лучше тут осмотреться. Вижу цель. Ладно, можете подходить огонь сюда. По своему усмотрению. Отступай. Ясно. Пойду тут все проверю. Может, тут кто-то есть? И откуда? Противник, стрелок! Снайпер был. Иди, я прикрою. Где-то еще кто-то есть. А, так вот он. Минус. Он был невнимательный. Все, уходим отсюда. Минус. Цель поражена. Офигеть. Неожиданно. Готовый. Прикрываю, иди. Тут проверить на всякий случай. Кстати, тут вроде бы чисто. Никого нету. Что за херня? А, ну нормально. Я через стену телепортировался. Черт, мы несем потери. Да я теперь не знаю, как мне... А, во, нормально. Я уж думал, я отсюда не выйду. Ставим заряды, пока есть такая возможность. Минус один. Черт, у нас потери. Стрелок, 100 метров, правый фланг. Как слышите, прием. Вас понял. Отличные новости, моряк 1Б. Дорога к вышке открыта. Мы обнаружили грузовики снабжения недалеко от вас. Если получится, можете их уничтожить. Но делать это не обязательно. Как слышите, прием. Моряк, говорит моряк 1Б. Вас понял. Мы постараемся что-то предпринять. Конец связи. Ну, мы попробуем. А пока надо выполнять основную задачу и зачистить диспетчерскую вышку. Мы почти у цели. Минус. Один есть. Стрелок,
Вот и все. 100 метров, влево! Офицер, влево! Как-то их там дофига. Минус. Готовый. О, нифига, надо валить отсюда. Там, видимо, очередной хаммер приехал с пулеметом. Надо зайти в здание, попробовать отсюда посмотреть. Отлично. Так, кто там? А, там еще один лежит. Одного снял. Повыше поднимемся. Там еще кто-то огонь открывал. Непонятно кто. Но у двери я никого не вижу. А, все, понял. Минус. Офицер! 75 метров! Вперед! У хаммера противник. Ладно, подойду поближе. Пикап, 100 метров, вперед! Ой, здрасте. Минус. Все, надо отходить, пока этот меня не задавил. Готовый. Я не думал, что тут еще кто-то выжил. Ладно, будем зачищать здание. Наверняка там кто-то есть. Да блин, зашибись. Противник, стрелок! Я-то тут при чем? Походу свой по мне попал. У противника дробовик был. Минус один. Готовый. Еще один есть. Как-то их тут многовато. А этого я тогда снял. О, зашибись. Я не сомневался, что так будет. Нормально. Да неужели?
Минус. Вот как я с ними должен разбираться? Спокойной ночи. Этого бы тоже надо как-то выбить. Подниматься туда сейчас точно опасно. А, во, все, нормально. 200 метров, правый флаг. Вроде чисто. Что-то надо сделать. А, во. Понятно. Моряк, говорит моряк 1Б, гидроворота открыты, как слышите, прием. Вас понял. Отличные новости, моряк 1Б. Как будете готовы, захватите подводную лодку и уплывайте в открытое море. Конец связи. Так-то мы готовы, но задание-то там осталось. Так что идем уничтожать грузовики. Доложить позицию. На позиции тихо и спокойно. Пока. Наконец-то. Еще одна цель. Готовый. Позицию. Там, походу, кто-то за зданием был. Сейчас посмотрим. Двое. Солдат, минус 1. 5 метров, право! Солдат, 75 метров назад! Мало патронов на операцию выдали. Кажется, готовый. Ну что, придется одолжить оружие. А тут и трубу можно было взять. Но теперь уж брать не буду, тут уже все к концу идет. Какая ваша позиция? Солдат! 200 метров! Вперед! Да хрен с ним, вон тут. Сколько их? 100 метров! Вперед! Солдат! Впереди! Он тут один был, что ли? А, не, нифига, двое. Минус. Походу, в соседнем ангаре тоже противник. А, он сюда не пошел, на той стороне воюет. Ну, тогда проще. Понятно, кто тут разговаривал.
Готовый. Есть кто, не? Конечно, есть. А теперь надо уходить отсюда подальше. Моряк говорит, моряк 1Б, грузовики уничтожены, как слышите, прием. Вас понял, моряк 1Б. Продолжайте выполнение миссии, конец связи. Ну вот и отлично. Осталось угнать лодку. Тут какой-то противник. Все, минус. Самое время уходить отсюда. В лодку можно попасть откуда-то отсюда. Вас понял. Отличные новости, моряк 1Б. Выплывите из акватории базы и погружайтесь в глубину 35 метров. Надо пересесть для начала вот сюда. Три, садись в машину, ты командир. А потом забрать напарника. Ну, мы же своих не бросаем. Ну и все. Уходим отсюда. Теперь дело за малым. Нам нужно погрузиться на заданную глубину. Делается это так. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк, не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!
Ваши действия сегодня показали, как работает российский спецназ. Благодаря вам мы можем изучить новые натовские наработки. А теперь приказываю отдохнуть. Поверьте, силы вам понадобятся.